Благоустройство Славянского городского поселения в центре внимания его администрации. Благодаря заботе властей всех уровней, местных, районных и краевых, удается не только поддерживать, но и улучшать уровень комфортности для жителей. Городские дороги год от года улучшаются. Подробности в нашем следующем репортаже. Первоочередное внимание в нашем городе уделяется улучшению состояния дорог. В Славянске на Кубани много асфальтированных дорог, что не может не радовать. Но и ремонт их, обновление асфальтового покрытия требуют немалых средств. Благодаря участию в краевой программе развития сети автомобильных дорог Краснодарского края удалось получить финансирование и направить его на ремонт улицы Запорожской. Эта улица одна из основных в городе, с интенсивным движением автомобильного транспорта и большим потоком пешеходов, поэтому ее выбор для реконструкции вполне понятен. Капитальный ремонт улицы Запорожской, от улицы Набережной до улицы Адельской. В 2021 году работы у нас начаты и продолжаются в 2022 году. Завершение работ планируется к июню 2023 года. Значит, в настоящее время у нас производятся работы по строительству тротуара, устройству бортовых камней. Также будут обустроены заезды ко дворам жителей. Далее планируется асфальтирование основного слоя асфальтобетонного автомобильной дороги. Обновление улицы Запорожской – большое событие для ее жителей. К решению вопроса подошли комплексно, запланировав асфальтирование дороги и благоустройство пешеходной части. Это позволит повысить безопасность, улучшить облик улицы, сделать ее более комфортной для жителей нашего города. Работы сейчас идут полным ходом. Закончится реконструкция улицы Запорожской установкой дорожных знаков и нанесением разметки. Работы планируется завершить до конца июня 2023 года. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».